Тыкаем. Алло. Все запускаем. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время. Что-то, походу, куда-то собрались. Не знаю. Да. Куда идти? Иконе. Кто там вам нужен? Да фу. А, ну ладно тогда. Вольдос меня убейте. Снобольда под босса заведи, блядь, приз. Это не приз, это соленый. Это лох. Он там на сове тоже. Шреддер, дай бог. Добивайте, ну. Блять, боб не диван, лол. Теперь проси кого-то в чате резнуть тебя. Я и... Шреддер, так-то могу дать, если надо, конечно. Ну давай, Шреддер. Это дерево дал Брэвот. Бегу к тебе, блядь. Хильте меня. Токсин на комнату. Он же так и будет стоять. Червей бейте, я еще чего с ДПС буду. Бейте этого дурака быстрее. Хильте, чё вы там, спите что ли? Алло. Нормально всё с хилом. Приготовьтесь разбежаться. Разбежались все. Вот, словили раньше. Отлично. Друг от друга отойдем. Хилим вторую пати. Молитву дай исцеление по второй пати. Хорош. Все, сейчас он ползать будет. За спину. Лужа сейчас будет. Пошли. Yeah.
следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! У нас процентов, а не успел. Ну, блядь, ты что, сорвал, что ли? Да. Так ебать, а ты вообще даешь. Ну так, блядь, криты по 25к уебали, блядь, когда он был в стане. Хорошо, что ты притворился мертвым. Это спасает от игра, короче. Усык я слышал. Тут меткости не докап, надо какое-то говно заролить. Смотри, дар дали, блядь. Сейчас еще в тебя врежется. Я думал, он дамажит нормально. Че он дает 2700? Че это такое? То есть зирал? Ну. Ты посмотри его шмотно. 233. Ага. ПВП-шный, пул ПВП-шный или. Я ебал. Он же второй раз с нами ходит, блин. Зачем я тебя взял, зирал? Блять. Сука, идите лучше на БГ, блять. Ебаный в рот, блять. Зирал, дай кулак по мне. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный... Лимон теперь сидит дрочит, блядь. Потому что кашел. И ПВП-шный ретрик 2к ДПС, блядь. Идет за УД, блядь. Сука. Я ваши ники запомнил, блядь. ЧС кинул, блядь, и всё. Да какой ЧС, блядь, ЧС для дауна. Просто ну пиздец, ну как так? В ВП-шном шмоте плюсовать в рейды. А как одеваться? Как, блядь, в РБК идти, нахуй, с ПВП-шными друзьями со своими. Он беда потом. Выживает. У меня за изначалку, ну а что, нет, за ледяные шары, за изначалку, все взял себе, Т9, пошел дальше на Т4. Да я как раз проверил, блядь, через 4-4, блядь, и 2-10, нахуй. Прохнуло не вовремя. Солёный бот. Хуер, нахуй, лежи, блядь.
А баров нет. Мах ворует так или нет? Придется меньше вбиваться, ох. Давай щиту и рейд. По ситуации гимн нахуй. Не, ну вот это уже пиздец. Да, тут, ну, как посыпались так, уже становишься. Я понял. Ну давай ты хилом, я совуха пойду. Я могу такой по ДПС не хуёв. Нахуя? Каких нахуй три хила, блядь? Двух хилов достаточно. Мне интересно, какого хуя его, блядь, ЦАшник перехиливает, блядь. Нормально, даже вырвался, когда ЦА умер, блядь. Я не могу дать хавки на ману, потому что я не маг. А маг может тебе дать хавки. Соленый, ты где? Вот видишь, вот и все. Вот маг тебе и дал. Вон соленого, бери, я бери. Это лучше добрать, нахуй, чем с даунами сидеть, блядь. Что тебе угодно? Как дела? Перед вами Джарацус, эретарский повелитель Пылающего Легиона. Да сука! Шреддер, дай по мне салю. Госпожу невозможно бить. Да потому что, блядь. На пустах. Кое-кто скилл включил, блядь.
Да ну на. Приходится стопать дома, блять. Давай этих дураков убей, нахуй, они сейчас рейд убьют. Прям видишь, убивай, и чар сейчас нет. Он захуяривает. Ой, блять, а это сломанный НПС. ДЦшник, ну-ка хиль посильнее меня, я сломанный красный. Диси вообще, блядь. Или друид, кто там? Блядь, кто там? Давай это, как он называется? Жизнецвет на меня нахуярь. Не, нет жизнецвета. Значит, вытащи его. Вытащи. На панели. Мастер, 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 мастер. Не прокачан. Сука. Бесполезная хуйня на мне. Какой жизнецвет у тебя не прокачан? Ты что, блядь, дурак или дурак? Второго, третьего ребенка. Как он может быть у тебя не прокачан, если он у тебя, блядь, есть? Он у всех. Ну ветка не прокачана, не прокачан, ветка он, блядь. Ты чё, блядь, с ума сошел? Он у всех друидов есть. Сам скил нет, есть. Хильте. Сам скил есть. Есть. Но он не прокачан, как. Я им не пользуюсь. Сука, скил есть, мозгов нет, блядь. Ебать, идите нахуй, долбоёб. Хорош. Минус одно тело. Хуёвое. Хуёвое это ты, блядь. Ну да, я жизнецвет-то, блядь, не знаю, что такое. Да. Нихуя себе, поехали, стали. Солёный блокана. Крупный шмутик, блядь. Сука, соленый пиздец, блять, как мне не нравится, как ты играешь, ты вообще ничего не понимаешь, нахуй. Даешь вот это изгнание, которое нахуй не надо давать, блять, вместо своего ДПС. Не 5к ты даешь, а 2к, это пиздец просто. Где тут чиниться, нахуй? Там, где профессии. Какие профессии? Сука, блядь. Этот Бумкин, ты тут? Бумкин. Ну написал, да. Где? У тебя в чате этого есть? Давай, спи. Неужели кулак появился? Нихуя себе, блядь. Ты хоть знаешь, что такое жизнецвет, надеюсь? Он линковал ему, другому друиду. Не вкачан, ебать. Сука. РДД, не ДД, нахуй мне милики не нужны, блядь. Хоть бы ДД плюс одно, какая разница мне. Я вообще никого не вижу. Сейчас плюсанут нахуй. Куда, блядь, плюсанут нахуй? Честь, плюшо, блядь. Пошли Игонина, похилишь. Давай холипалом. Хилить меня бомба. Ваши 200-ки, да, блядь, хилить. Да.
Я тут вара, что-то ебался. 237 уже, если чё, блядь. Да, пришёл. В топовом шмоте, блядь. Т-10 уже целый кусок есть, блядь. Красава. Чё ты заходишь? Тут у нас как раз эрдру в сову тогда спектится. Правда, это Т-10 на ДК, походу, нахуй не сдалось. 410, мне... Ой, 4-4 лучше намного, мне кажется. Это как же протовар, блядь. Death на весь рейд. Сука, хуяфиг. Где честь? Целка. Целка в 18.30. Плюсуй, где ты? Сегодня? Сегодня. А ты же поставил этот... Сегодня Медвей будет вести. А, сегодня 18.30, да? Да, зайди в календарь посмотришь. Заходи, заходи. И тафик плюсуй. Хуяфик, мне не нужны тафики, блядь. У меня и так уже, блядь, 2 медика тут. 3 целых, блядь. Ну этот хоть 4К дал нормально. Вещи. Бумкин, надеюсь, ты больше 5К дашь, больше этого ретрика, блядь, ПВПшного. Ну он давал 5300, блядь. А что-то ниже этого, блядь. Походу умирал. Блядь. Честер, он ты где там? Грузится. Пиздец грузится, блядь. Ты еще скажи обнову качаешь на 5 гигта. Сейчас третью соберем нахуй. Честер, пойдешь магом нахуй, вагонец. Ты это шамы пошли. Кара, хуяра, всю хуйню. И коня еще сходим сейчас. Третий раз нахуй. Ты похилишь, честер подамажит, лимон потанчит, блядь, все будет заебись. Блять, ну где ты там? Ну да, целка реально. Ну, принимай пати. Сука, соленый, блядь. Ты ему загрузки? Роми тут же играет. Мне кажется, что этот спек немножко хуёвый, блядь. Какой? Который солёного сейчас. Я думаю, ему задум делал спек, ну. Да, мне похуй. Всё, это самое. Здорово. Посмотрим сейчас, кто выйдет, нахуй. Так, а ты кто, вар у меня? Сразу спекайся в протовара, пригодится здесь. Ну, если один милик будет, то, конечно, спекнешься обратно. Они пытались нас оклеветать. А так бездилку на меня. Я не понял, вы что, двух боссов убили, блядь, или чё? Да. А чё, вайпаете, что ли? Нет, просто кто ливнул сейчас у нас? А, Ардро, он, короче, него не... Он, прикинь, он говорит, я ему в диссе говорю, блядь. Кидай на меня это, жизнецвет, нахуй, я сломанный, красный, блядь. А он мне говорит, я не вкачал его, говорит, в ветке не вкачал, ебать. Сука. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу, блядь, не говори. Так, холи. Он говорит, он не вкачанный, нахуй мне его, блядь. Он мне ветки не вкачан, типа, он так, просто рога. Простой. Так, 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 так. Эршам, Эрдру здесь хилят. Первое будете снимать Эршаму. Эрдру будет соленый контролить. Давай соленому напиши пока в, как он называется, в рейд-чат подробно. Соленый, кидай страх 3 раза, потом изгнание 3 раза на дерево. Нет, блядь, ты в сове. Сука, или давай я сам... Каску, паладин и шреддер. Подожди, меня дропнуло. У вас нормальный сервер? Заходи. Нормальный сервер. Хуёвый сервер. Чё, потяжелее, конечно, чем X1 кирка, но нормальный сервер. Сорян, играть можно, диско, играбельно. Подожди, он сейчас нас будет искать Ардру, блядь, в рейде нахуй. Блядь, пишет ошибка подключения. Да ну, сейчас убьем, заебись. Так, сначала будете звездить.
Так, подожди. Один милик. Обратно варп со спекой, если будешь заливать. Я притяну и будете заливать звезду. Так, потом будете заливать кружок, а после кружка уже, блядь, похую. Будете бить, наверное, лока. Это ромбик. Кто там еще? А, там хант, я ебу. Ну вот, после хилов будете заливать. Это самое. Ромбик, потом треугольник. Вот и заебись. А маг в конце, в самом деле. Рога в конце. Все чекно было. А кто там? Шреддер, заходи. Меня не пускает. Тупо пишет, типа, подключение. Ты ломай, блядь. Пинай, сука, с ноги всю хуйню, блядь. Сейчас... Я не могу, блядь. Я сегодня собирал варом себе, блядь. Сделал вот эти, ну, блядь, Оня. Собрал, блядь, пати. Два шипешника у меня, я думаю, ну, заебись. Вар танчит, ебать. Ну, плюсовал армцем. Тих. Третья карта. Все хуйня. Откуда у соленого нахуй сюда, блядь, эпика мне стоят? И вот это вот пиздец, конечно, сокет на 20 этому пенетре, нахуй. Смотри, и тут меня пенетр, не заходит, надо замени тогда. А что замени? Потом зайдешь. Что, солено дает ДПС или нет? Или нет, ничего? 2800. Не дает, блядь. Ёбаный, фу-фу-фу. Вот как таких вот CLK-25 брать, которые дают 3К ДПС? Вот как? А, зашло, блин. Зашло? Алло. Ебать, чудеса случаются нахуй. Еще раз, звезду, потом кружок. Хилов сливайте в первую очередь. Как только звезду убьют, лок перестаешь контролить. И убивает кружок. На ком? Ты армс. Ты это. Да. Бьешь это с рейдом метку. Значит, квадрат держи. Я думал, я в танке, блин. Ты скинул спеку. Давай обратно. Ну один милик здесь. Упасть невозможно, нахуй. Вас, ну, петы не должны убить. Тут ДЦ, блять, и холипал топовый. Все, чек на пол. Я притяну. С рейдом кого мы бьем? Звезду вы бьете. Ёбаный в рот, не тупите. Да ебаться хочу, блять. Все, блядь, ебать. Все, забирайте его нахуй себе, блядь. Верендел, не сдохни, нахуй. Мас диспел пока. От квадрата бегите, как от чумы, он вам пизды даст. Ебать, пизда! Ну я говорил, блядь. Резай его, нахуй. Хули, блядь. О, я ебу. А чё, он, мне, он мне дал, короче, какой-то каст, я не мог бабл прожать, понимаешь? КД был на каст. Как он всё, называется? Падайте, ёбаный. Это мне рог дал или кто? У меня слага. Он тебе сало уебал. Сало, да, и меня тупо застыло. Понял, бабл мне. Сука, один милик рейд падает, ебать. Почему вы такие пиздец просто? А почему мы бьем Аршаму первым, мой? Потому что он хилит, нахуй. Так хилов напоследок, да, ёб. Нет, нихуя. Десятки, блядь, хилов первыми бьют. Первый раз, конечно, слышу. Потому что вы будете своим саным 2К ДПС бить, нахуй, и хилы захилят, нахуй, все, и вы нихуя не убьете, блядь. Вот почему. Заходите в инс речь. У нас урезалка есть, нахуй. Спекайся, шоке, сейчас, да, будет второй милик. Добрый день. А то и третий, нахуй. Не, он мне реально стало, да, я ничего не смог сделать. Так, блядь, стой у ворот, блядь. Сука, блять, вот играл бы на этом серве Каноп, тут же сразу бы дауны все поливали, сука. Да. Просто пиздец. Как у меня жопа горит на этот серв. На этом серве люди не знают, что такое целка. Ну, вообще скоро будут знать, потому что этот ходит на... Давай лапу там. Кто там, Бумкин, давай лапу. Сука, не надо падать так больше. Так, значит, вар, кто там? Шабат Энг, Холи Прист, Шокул. Так, это получается два хила. Значит, лок, контролишь луну. О, рога есть, оп, рога. Так, луну. Убивать будете первого приста, это самый слабый хил, нахуй. Вы сдохнуть тут вообще не должны. Значит, я держу Шабада, ты Шакала, блядь.
И все, и пиздец, и чек на пол. Ты рога будешь держать? Какой рога? Тут нет роги. Вон сзади стоит рога, за где? Друидом. О, и ред. Нихуя себе. Ну да, буду держать. Я буду... Нет, и... ты держи рогу и шабада нахуй. А я буду этот... И шабада, и рогу держишь ты, квадрат и крестик, а я треугольник нахуй. Вот так заебись будет. Надеюсь, он будет меня хуярить. Все, сначала звезду я притяну, вам будете ее хуярить. После звезды дерево, это кружок. И все, а потом пиздец. Чек на пол. Лапу дали, заебись. Курш, хуюш, всю парашу, сало по КД. Шабада-то он... Уебал. От треугольника отойдите, он, сука, это вар, отходите от него, я не могу, блядь. Бегите нахуй, покиньте тела, сука. Ёбаный. Промах нахуй, рогу держи главное и все, на остальное похую. Бегите от треугольника нахуй, рейд. По-русски говорю, блядь. Соленый, я тебя не достаю. Да и похуй на него. Так, убили звезду нахуй. Так пейте кружок. Ёбаный в рот. Кружок. Сука. Отходите от треугольника. Это вар. Он даст пизды. О, стан, молодцы. Я бдилку по тебе дал, но, сука, не обновляются. Так потому что меня этот пидорас не бьет нахуй. Он же охуевший. Лок, твою мать, у тебя есть изгнание, чувак, ёбнем, изгнание. Какое Крах. Изгнание, мы бьем кружок. Не очкуй. Сейчас пизда лоб, короче. Лучше бы его запиздили, он же сейчас изгнание будет кидать по КД. Блять, ну еще без диса нахуй, сука. Не буду таких вагонов, блядь. Он здесь. Да? Сука, когда они играть научатся? Ну, значит, чувак вообще не играет, может, блядь, не поймёте. Когда вы выберете. О, блядь... здорово, Роми, братуха. Роми. Привет, чё. Ты где проебал? Я в Новосибе был. А, мы тут Лича уже зашатали, 20-й. Молодцы. Чё, не бейте прош... там шабады с ним, да? Блядь. Уже Лича 20-й хэм изубили, Роми. Вообще молодцы. Здорово, сейчас сходите, хэм. А блядь. Его сейчас никто не убьёт. Убейте без чего ДПС. ДПС говно, нахуй. Один маг дамажит с хантом. Хант. Вара дальше бейте. Все, заебись. Ебать, выжили, нахуй. Мобы умнее людей, нахуй. Пиздец. Там, да, вот я ебал, я больше не пойду никуда. Да заебал, не мой, блядь. Бьем этого дурака последнего. Сейчас там соленый пиздец, один КДП. Я ебу, блядь, что он делает? Раскаливает знанием, ёб. Пиздец, да какой в пизду, ну я, блядь, это пиздец. Так вы научите его, чего вы на него говорите? Скажите, так хули учить, так надо что-то нажимать нахуй, а не так вот один КДПС 200 тысяч, это что это за хуйня? Как так можно, блядь, жить? Нахуй? Миссы были, миссы просто миссы. Какие в пизду миссы, блядь? А нет, это не, это вообще жесть. 243-й, 246-й, его один КДПС. Отойди оттуда, сейчас вальки выйдут нахуй. Чёрную себе берём. Да, нет, в танке останься. Белую держи, блядь, вдруг сдохнут все. Вдруг все сдохнут, значит, когда на вас черная хуйня, вы бьете бабу с белыми крыльями. Когда на вас белая хуйня, бьете бабу с черными крыльями, нахуй. Менять надо тогда, когда я скажу, блядь. Чек на пол. Если что, я на черный. Если что, я на белый, блядь, на правый. Нихуя себе, да?
хуярим. Блин, если сколько раз уже ходили, сейчас запомнить никто ничего не может. Зираэль, паладин, возьми черные. Он без ничего ходит. Ну, хоть дискорги, нах. Бумшин, нах. Да не, просто вагон. Сука. Это надо было летать мощно. Приготовились. Ничего не видно. Баранка. Кто-то там белую взял. Кто это нахуй? Сука. Сова. Бумкин, ёбаный в рот нахуй. Нахуя ты берешь белую, когда не надо ее брать? Ну его я даже не продамаживал. Молодец, хуй. Я захилю. Паладин, блядь, вообще его еборит только так. Йо, соленый симпатитрасс. Вот теперь, Бумкин, ты должен бить нахуй по щиту, блядь. О, хорош. Только тебе надо было поменять на чёрный. Сильно мало. Ну, да ему пох. Вторую вальку хуярь. Иди встань хоть у темной нахуй, если тебе надо будет свет менять. Ты хоть ту вальку бьешь? Ты бьешь белую, блядь, под белой сферой, что ли, нахуй? Бей, сука, череп под белой, если ты бьешь череп, ебаный в рот. Почему ты такой непонятливый, блядь? ДПС увеличивается. Смотрю, его соленый придамажил, думаешь, одна секунда, смотрим. Берете бьем. Белую. Белую все берем быстро, быстро, сука, еще быстрее, нахуй. Бьем по черную, щиту бьем. Оп, сбил. Сбили как. Дим на ману, сыграй. ШП. Это не ШП, ДЦ. Да все, до пизды, добивайте лям на. Прожимай клятву, блядь. Прожигки есть. Это в дискорде? А, нет, мы когда. Давай, молоточек. Бахну. Сказал же с пула, чё, как бить кого нахуй? Этот стоит, блядь. Ебать, под белый хуярец с белыми крыльями. Я ебу. Блять, откуда такие берутся, блядь, просто. Что тебе угодно? Бумкин, 6. А чё с вас ДПСом, реально, ребят? А я не ебу, нахуй, чё там с ДПСом. Ну давай посмотрим, шмот солёного. Давай, я тоже хуй знает, ни разу не видел. Это у него там Т4. Так, три куска, Т4, да? О, ебать, брюлик. Сука. Та-да. Подрывает пукан, да? Три необоссанные, ну часы смотри есть. Ну смотри, фетиш нахуй. Джезл хуйня, так. Посох нормальный, охуенный. Посох охуетительный, блять. Ткань, хуянь, вот это вся параша. Ебать, у него шмот, ну сколько он должен давать? Ну, блять, ну 8-то должен. Так у него все эпи камни стоят, откуда нахуй? Блять, соленый нахуй, тебе, сука, не стыдно? Ебаный в рот. Чем ты бьешь? Стрела хаоса, испепеление, поджигание, поджигание, жертвенный огонь, порчено. А, лаги у тебя? Ну, блять, так нахуя ты донатишь, ебаный в рот, если у тебя комп обоссанный. Купи комп сначала нормальный. Так он не донатит вообще, блять. Ну, так нахуя ты тогда, блять? Играешь. Нахуя ты играешь вообще? Сука, я не могу. Я стримал с украсами, блядь, так, и ходил с ЛК 25 хм на леща, блядь. Какая в жопу душа, блядь, ты понимаешь, что я тебе в рейд не хочу брать, нахуй, нормальный, блядь. Что ты в 25 оп, что ты в 25 оп не нужен, блядь, со своим компом лагающим. Ёбаный стыд. Копи на комп, короче, блядь, те полгода даются, блядь. Через полгода мы будем убивать ЛК 25 гер, блядь, на фул. Вот, и чтобы у тебя был хороший комп, нахуй. Не дай бог ты будешь хуево домашь, я тебя научу играть, блядь. Купи кеды даются. Ты не будешь давать 500к ДПС, но ты будешь хотя бы, блядь, давать столько, сколько нужно, чтобы тебя взяли в рейд, блядь.
Да это точно, нахуй. Тебе никто не будет говорить, что у тебя шмот, блядь, охуенный, отдаешь ты как пиздец просто. Не, я бы на соленом, конечно, не знаю, сколько там. Так, как ты думаешь, я затанчу здесь один, ну его нахуй. Давай, будь. Тут один только моб или два? Один моб. Ну тогда затанчу. Ну тогда, тогда в ДД давай. Только я рост пулю. Да похуй, ну смотри за гроз, значит, блядь, в Омена смотри, хули. У меня Омена нету, я всегда играю без Омена. У меня тут меткости 160 или сколько нахуй, надо 315, блядь. Чё вы там, блядь? Честер, смотри меня не урони там. Все, пуляем, ёбаный. Сферы сбили сразу. Клыкач на сферу, соленый тоже. Хорош. Так, паук вышел. Кстати, есть какой-нибудь хороший кожевник? Никита Кожемяка. Сука. Вспомнил себе. А, лимон, ну вот это чувак, его откуда вообще взяли? Какой? Соленый? Да вот этот Никита Кожемяка. Ну с древних уже. Кожемяка? Ну это сказка. Да, это поверье. Нет, как она, с былины, ёбана в рот. Ну былины, да, типа, там, бодатый. Вот это боль теперь будет Никита Кожемяка. Жука все переключились нахуй. Никита уебака нахуй, нормально, что-то. Все, обходим нахуй. Взрывание, ебано в рот. Да ботинки надо просто сделать кожаные. Мастерол разбойник. Зубы, блять. Мигден ты блять. Значит, на лужу забегаем на ледяную нахуй, если на вас метка красная над башкой, блять. Вот так. Меняется цель, блядь, постоянно. Когда врезается в лужу, меняется цель, блядь. Шипы, блядь, вас убьют, нахуй. Брони те. Добавляли дамаг. Пизда, а не хорошо. Давай мак на лужу. Стало. На лужу, ёбана в рот. А он склыбай, блядь. Нихуя себе. Ой, блядь, ой, блядь. Давай на лужу, быстрее, быстрее. Вы перестали дамаг добавлять, да? Чарж бэш покинуть тело, нахуй. Бейте мобов, блять, сука, скорбей из роя. Ёбаный в рот, ну. Роми, хочешь, я тебе фишку одну расскажу? Давай. ДПС поднял. И сколько ты сейчас даешь? Так, идем сюда на лужу, на. Еще ссылка не был с этой фишкой. Что, баг нашел какой-то терминал на пульке? Ну, это не баг, нахуй. Убейте, блядь, моба, ёбаный брод. Как мне вас хилить, если вы, блядь, мобов не держите? Уёбок. Что надо сделать? Надо иметь 4-4, блядь, на себе. И 20. Есть, и то, и то. Давайте рост, нахуй. Перед 2? Это во время боя? Да. ДПС-те сильнее, нахуй. Не во время боя, а до боя. Еще жук будет, но бейте босса. Бейте босса, переводите сейчас. Что, типа прок остается Т4? Да. Как переведется, будете бить жука, нахуй. Где он, блядь? Сейчас он выйдет. Он без роста, да? Сейчас выйдет. Вон он, ебаный в рот. Жук идет, все в жука сейчас. Заморозил, ебаный в рот. А я один хилю, да? Не знаю. Ты с ДЦ. ДЦ, давай, держи. Что, добиваем этого пидора. Агро. 92%. Сейчас, блядь, меня он морозит иногда. Ёбаный босс. Я ДЛПшка. Сейчас брон. Можешь Роми даже на манике попробовать. Там, короче, надо макро сделать. То есть бурс прожимающий, он сохраняется. Все. Даже на ретрике такая хрень пашет. Не ты даже, я у ретрика одного сбил.
Бронт тут, Бронт. Портал поставь. Ебани портал. Напишите им уже, портал ебанул. Ебать, все на распыл, да. В этот, кто он? Громовой утес. Все, спасибо. В смысле спасибо? Да, стоит? Да. Стоит. Что, еще на улице, что ли? Ебаный в рот, да. Да, на Оню там 2 минуты. Быстро со мной одно тело на коне поехали, блядь. Громовой утес, портуемся, блядь. Кто позже меня приедет, блядь. Кому, блядь, пиздец. Тот красава. Так, чё это самое? Так, а время-то нихуя себе, через 2 часа РТ, ебать. Чё-то надо успеть, да? А чё мы можем успеть? В склеп ещё сходить, что ли? Так склеп не наш. Да есть баг, который уже наш. Ну не баг, это даже, блядь, текстуры просто. Нам, мы с циркуля, нам все по плечу, нам похую, наш, не наш. Мы просто идем нахуй, собираемся и идем, блядь. Тут такая хуйня не катит, блядь. Нас учили по стенам бегать, блядь. По стенам и по потолку так-то. И по потолку тоже. В той школе, походу, дело учился. Ты был филиал, нахуй. Пока сегодня опять краб ебанулся. Я вот в шестермуть лечу, нахуй. Чё ты мутишь, муть? Так, шестермутик. Короче, чё мы успеем закрыть? Так, ну Тоню сейчас убиваем. Можно третий раз и коня сходить. Персы есть. Вот, а можно сходить... Куда, блядь? Куда, куда, куда? Каражан. С нашей гильдии можно сходить только по РБК, ну. Да нет, мы тоже падаем там. Каражан? О, ретрик ревнул, нихуя себе, блядь. Какой ретрик? Драун. Ревнул? Сука. Уради. Позови там кого-то, ДД, блядь, может, что есть в гильдии. Он лимон плюс. А, лимон на Оню, да? Кем, магом? Нет, давай, да. Давай магом, давай магом. Или давай магом. Там хоть ну, мозг какой будет. Красавец, давай, да. Да, давай. А чё кикнули меня? Я АФК шел долго, да? Ну да, да. Блядь, я собираю. Бля, ну, жопа горит. По дому дела были, короче, это... Не мог. Пиздец, пишу лимону, блядь, диси, о, в ВКонтакте, блядь, заходи, говорю, блядь, и коня сходим, или что я писал там, не помню, а, склеп, говорю, блядь. Говорит, да. я, говорит, на толчке, блядь, ну, ты заебал, говорит. Да ты заебал, нахуй. С рейдами, говорит, и такой написал, было 3 часа, там, хуяк, я это, пошел в шахматы играть, играю, нахуй, час, нахуй. 3:40, ебать. Он пишет, я зашел, говорит, и хули, нахуй. Да я еще раньше зашел, бля, еще час уже прошел. Так написал-то через час, блядь, пиздец. А ты что, не видел, что я зашел? Я еще видел, минут 20 спамил сбор в арку, и а ты не видел, что я зашел. А, нихера себе. Да я хуй знаю. А, ну может быть у меня свернута была игра, нахуй. Сука. Я, по-моему, еще с диса, я дис закрыл. Да не, но я только проснулся, блядь, только открыл глаза, сел, блядь, на кровать. Вой, давай, написывай. Пошли в арку. Я еще не раздуплился нихуя, блядь. Давай мне сразу написывай, блядь. А этот, я как его, блядь? Ну чё, давайте пать, может. Пульсани. Сука. Так, куи, да. Опять когда появился. Че страх уедет. Давай, соленого передамажи, блядь, пиздец будет. Передамажи на проценте. Какой у него левел? Мой левел. Охуенный левел, блядь. 246? Угу. Ну 8к надо уже в таком давать, хотя бы 7-8. А сколько он ДПС дает? Соло цель. Соло цель хуй знаю, на Ануби 3700, блядь. 3700, ну тогда я лучше МК четвертую дам. Соленый, вот, блядь, ты тут? Ну шо там, все уже? Сумонить или нет?
Ну, блядь, я только прилетел, сука. Кто-то еще летел? Надеюсь. Да. О, Хан где-то здесь. Мне крокодил, блядь, бьет, нихуя себе. Укусил моего ДК нахуй за хвост, сука. Блядь, никак не могу к камню к этому ровно приехать. Вот он, камень, нихуя. Кто там, сумоним? Соленого сумоним, нахуй. И будет все в ажуре. Все, и вынест хуярим. Че, кто там доехал, сумоньте? Сейчас соленого сумонем. Пошли в инст, там шкаф, блядь, и сумоним всех. Да не, ну как ты ездишь, мне кажется, у тебя не лагает ком, блядь. Что-то вот ты неправильно делаешь. Какой портал? Это ты просто видишь картинку, как у тебя она осуществляет. А у него хуёво, да? Вниз спрыг, стой, солёный, да. Блядь. Солёный, стой. Стой, 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 стой. Вот, правильно идешь. А то в тот раз ты моба сагрил, вот. Купите у меня багруху, а? За 16 кадров. Всё, шкаф ставь. Че, карана, друиду пойдет? Че хуйня это багруха? Друиду лучше 6 духом уровня с ЦЛК, 264 серебра. А, ну тогда честно не куплю. Честно, я бумагу взял, но у меня денег, я всего 5к наскребу. Давай 5к, я похую, мне голда надо. Давай 5к, я тебе багруху дам. Бля, ну ты меня провоцируешь на преступление, потому что я ее продам, блядь. А, да пошел ты туда, блядь. Если за 15 куплю, я надену, а если за 5 куплю... Честно, честно. Давай я, короче, куплю за 5-100. Да иди нахуй. Как тогда, да? Честно, купи багруху, продадим бабку пополам, блядь. Распилите багруху просто. Да, сейчас фокус распилим. Не, честно, отложи, будет 15к, я тебе прям вот прибегу обмен. Да блин, был какой-то там мах, он за 17 хотел купить, но я офнулся просто, он, наверное, уже купил. Мастер, а сейчас не могу продать. Танка, мастер, давай хуярить надо, блядь. Ты что, ебанулся, блядь? Я не затанчу босса, ты на боссе и на мелких, я на больших и в небо смотрю. Брон, блядь. Так у нас сова есть? О, все, хорош, пошли. Где ты спекнулся? Хорош. Пошли, собираем этих дураков. А куда мог ушел? Там уникальная пустота. Пустота. Пустота, извечная хуета. Меня. Хочешь? О, друг, мах. У тебя есть МК? Брон. Сейчас рассмотрим тебя. Куда он как? Есть, давай так, меня. Давай. Приготовься хилить, память свет не бьет. Куча мобов. Мне. ДЦ, у тебя спек ШП есть? Давай в ШП. Больше будет. Ты что, на соленом моб сидит, что ли? Из меня-то не забирай, ебаный бро. А кого там сзади спорили, блять? Допустим. Я не достаю, да. Я не буду их хилить, блядь. Брон где-то лазит. Пускай лазят, нахуй. Сука, к танкам надо бежать. Алло. Ёбаный шашлык, сука. Я вот как вспомню, как я первый раз, блядь, на Синдре, меня кикнули с рейда, тупо, я протоваром был, я, сука, заморозил весь рейд глыбой вот этой на второй фазе. Ну все, просто стоял в небо, смотрел, как даун, нахуй, меня кикнули. И после такой хуйни я сразу понял, нахуй, лучше быть, ну, образованным, умным человеком, чем, блядь, ебаный в рот дебилом, который смотрит в небо. Вот так потолок поднял, блядь, персонажа, нахуй, и персонаж стоит, слюни текут, нахуй. Ничего я не я прочитал на, сразу на тактики. На профи это помогает. Я прочитал тактики сразу все на.
Потом я приходил в рейд и уже, блядь, учился нормально, нахуй, и не тупил, блядь. Сколько десятку, мне ОД надо. Десятка, блядь. Там по фасту пронесём её. По фасту, блядь. Куда, куда? РТ, блядь, через час, нахуй, через два, блядь. Куда ты только полтора слышишь? Да, он хочет в РБК. Сейчас пойдём, нахуй. Ну это не знаю что, я в РБК уже частично ходил. Сейчас сходим еще, бля. Все, пошли. Я на РБК забил ровно месяц назад, вообще почти в РБК не хожу. Так, сейчас. По приколу иногда. И падают, ты че? Ну что, а ты уверен, что одного захилишь, чтоб без ДЦ, блядь? Я уверен, что я в одного затанчу, блядь. Войд, давай в ДЦ. Да нет, я... Я правой мышкой хилю, а левой бью пиво, ебать, так что заебись. Короче, я хуй знаю. Ты что, вспышками хилишь? Не, я в танке буду все-таки подержу, блядь. Плюс когти на рейты будут, понял? Баф идет. Какой вспышка? У меня вспышка вообще нет, я с небесным хилю. Молодец. Сука, короче. Ну в ШП, тогда, блядь, не урони мастера, нахуй. Я больших буду танчить и мелких. Все, пуляй этого пидора, ёбаный. Подожди. Я разбегу, встану как надо, блядь. А, с роста нету, да? Конечно нет. Я сегодня танчил своим варом эту хуйню. И чаржился в ней. Ну быстрее. Ну забирай эту дуру, беги сюда забирай. Подожди, ты... Нахуй это все обходить, блядь. Сразу чарж тебя в нее нахуй. И этот води, блядь, спокойно. Я сегодня так делал. А я просто за близко пробежал, я хотел через крит пойти. Это залупа все, блядь. Давай его нахуй удержи. Сука, ребята, будьте дерзкими, ебаный урод. Не будьте вот этой хуйни, блядь. Вам поставили метку, вы не должны, блядь, четко в метку ставить. Вы должны вставать так правильно, блядь. Надо основы знать, нахуй. Это понабрали вот таких хуйней. Ой, блядь. Ром, не закрой рот. Понабрали, блядь, всяких вещей, блядь. Как Роми, не? Конечно, как мастер. А Роми, блядь, тебя передамажит. Я знаю, у него, блядь, чешка и воля. Конечно, что, сука, передамажит. Сейчас он без чешки и воли тебя передамажит. Ага. Сейчас у меня будет чешка и воля, нахуй. И все, и пиздец всем, нахуй. О, давайте на синдри, на этом, на сурке снимите все трини, короче. Роми, слышишь, Роми? Да нахуй есть. Да. Тебе кресты нужны на профа, Ланнистер и синдром. Кого? Кресты нужны? Ну вообще надо, по идее, конечно. Да не делай. Давай я сначала сделаю, что я соберу, потом ты будешь делать. Да нет, там делает. Сломи делает. Да делай, будет тебя еще кормить граньку надо. Да, то там 200 душ есть. Ну там 5 целка считай, с каждого по 100, по 200 душ. Ну это что считай, 25? Ну вот. Сегодня может Роми сделать, допустим, ты. Ой, ты можешь просто идти с пугами на фарм репана. Да не, нет, ну смысла, как бы я не тороплюсь собрать. Мне вообще похуй. Я мага поддеть. Давайте, блядь, кто он нахуй? Вот этого убили, дурака. Кто там, помогите, блядь. Не, короче, слышишь, Лимон, я создам еще одного мага, короче. Понял? Зачем? А тут я буду фармить траву, а этим правильно качаю профы и буду им играть. Бери тролля. А? Тролль, турен. Тролля, тролля создам. Там же крит дает. Ну, тролль не дает крит, таурен дает 2%. База пошла, пошел к боссу. Турен дает 2% физического урона. Физического урона 2% крита и урон от критического урона. Заунишили РДД вот этих маленьких, нахуй. Милики убили большого быстрее. Все, маленьких заунишили, чтоб танка там не колупали, блядь. Сейчас он там обрыгается, блядь. Заунишили, киньте лужу туда-то, блядь. Сова, блядь. Ёбаный в рот. Блядь. Никто ничего 2% не делает. 2% наносимого урона это у... этих органов. Да, все я вспомнил. Это у Воргена 2% наносимого урона. А у троллей не знаю, что. Хоста еще что? Герса. Чего? Герса. Это говорит. Герса орков. У троллей герса. Мини-берса.
Так, давайте думаем предложение. Куда сейчас идем? Время что у нас? Ебать, время 2 часа до РТ, ебать. ЦЛК. Да какой в пизду ЦЛК, блять? Здесь храм сейчас. Нет, да не шутите так, блядь. Брон сдохнет. Сдохнет. А кто ухилит? Где ты Честер был позавчера, блядь? Я. Да я бухаю. Заебал бухать. Ты... Давай, не сдохни. Из-за там. Тебя мы не убили нахуй за, блядь, ёб твою мать. Да коня, а этот Дум чё ливнул-то? За посохом или из-за чего? Ну так говорили из-за этого, но мне кажется, там другая, блядь, причина. Да какая ещё может быть причина, блядь? Вот, он не мог просто из-за посоха ливнуть и сразу в Санвиллы пойти, блядь. Он же это давно планировал, мне что-то так кажется, но я не буду ничего говорить. Нет. Он же говорил, это самая лучшая гильдия. Самая лучшая гильдия? Там долбоёбы, я был в этой гильдии. Да нет, я, блядь, вот уебал он 233-м ИВЛ, блядь, с Эрдру 260-м, блядь, нагибал по ХПСу, ещё Ланотель в десятку, блядь, 4 ляма, сука, и сдох этот Эрдру, я, сука, сам, как пидорас, блядь, хилил, то Ланотель захилил нахуй, ебать. Они дошли до Синдры, ебать, вайпались, я потом плюнул, они сказали, там мы ж тебя вагонили, дядь. Про Джоука говоришь, что ли? Нет, про Самвел, когда я ещё был 233-й ИВЛ, Холи Палом. Честер, ты что там, под пивом, что ли? Да, нет. Чё, нет, ты когда такая... Если ты орёшь...